зрителям «Витас» и «Петлована». Сегодня мы собрались отметить юбилейные и памятные даты, связанные с группой «Витас». Ну и просто потусить под Новый год. Главное событие в этом году – это 50-летний юбилей покорения Америки группой «Битлз». И поэтому, вы видите, мы вот так немножко одеты. Первой группой, которая сейчас выступит перед вами, будет группа «НЗ» – «Неприкосновенный запас». Ребята из разных групп Советского Союза работали вместе в «Невских зарях». Перед вами Александр Лихов. Александр Маслов. Сергей Цветков. Павел Лунович. Павел Кузнецов, барабан. Иван Погодный, слуга Владимира Царева. Итак, мы начинаем. Молодцы. Давай. Куда? Мы на выходе. Итак, мы начнем с того, с чего начинали Битлз. Поехали! Окей! Oh,
вам была группа Just a Little Bit. Thank you. Good night. Правильно. Ну, господа, сначала я задам вопрос, а потом приглашу на сцену интересного человека. Итак, разыгрывается очередной альбом Эмиров. Тот, кто первый быстро скажет эту цифру, тому он и достанется. Старайтесь. Вы начали с единицы, да, и... Второго года. Ну, это не круглая, дата, но памятная дата, Лена, памятная. Мы же сегодня говорим не только о круглых датах, но о памятных датах тоже. Итак, господа, существует в Питере мнение, что если вы играли в какой-то группе или играете сейчас, но о ней ничего не знает Андрей Бурлака, значит, этой группы не существует. Итак, Андрей, пожалуйста, на сцену выходи. Аплодисменты! Андрей Бурлака! Я хочу заметить маленькую деталь. Вот мы тут только что выясняли, что она играла 17 песен. Так вот, то, что там в альбоме в этом написал Андрей, его слова, это... Ну, Андрюш, ну это 18-я песня, но согласись. Ну, ребята, вам виднее, ребята. Знаете, вот могу честно сказать, как... Ребята, перед вами выступит еще одна группа, называется она «Квинтет». Здесь выступают довольно уже вам знакомые ребята. Это Крупенько Александр, Варламов Андрей, Шаморин Алексей, Шамарин, извините. Руководитель, вот он, посмотрите, шляпу. Плюсаренко, Ольга. Ну и, я думаю, подойдет Саша Джики, нет? Каприз, вот она, вот она, вот она, вот она. Покажись, пожалуйста. Не-не-не. Нас же Саша Каприз. Ну вот, сейчас буквально через пару минут, ребята, ну вы сами знаете нашего... барабанщика. Знакомый вам, нет, человек? Олег Кривцов! Олег Кривцов, аплодисменты! Это не просто футболка, а эта футболка им приобретена была на концерте в Нью-Йорке. Но про это мы еще скажем чуть попозже. Итак, перед вами группа «Квинтет». Сейчас гитара заработает еще. Там изображен Продолжать. Будем? Нам бы, наверное. Да, поехали. Давай. Ну, ребята, 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 давай.
leaves on the tree. She got a little next to me. Поприветствуем! Всем привет, рады быть с вами!
fine 50 лет. I feel fine 50 лет. I feel fine 50 лет. Легендарная цифра. Вперед. I feel fine. Thank you.
Thank you.
Спасибо, Битлз. Руководитель Алексей Шамарин. Еще раз мы вам аплодисменты поблагодарим группу, ребятам. Спасибо большое. Gather round all your clowns. Let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. Брал с собой всегда он свой любимый. Просто аплодируем. Тиминович Виктор. Илья Соломонович. И, конечно же, незаменимый Кривцов Олег. Ну, поехали. Ну, я тоже немножко иногда. Сегодня должен признаться, я так думаю, что у меня один из лучших дней в жизни, потому что господин Кривцов пригласил меня поучаствовать в этом празднике, настоящем празднике, в честь любимой группы. И вот я вижу всех вас и тоже очень и очень люблю, дорогие мои. Только живи!
Зажжем? I'm not afraid to die.
песен группы Beatles, которые мы любим просто все. Но вот приготовили еще одну песенку, совершенно замечательную, которой уже исполнилось на этот момент ровно 50 лет! Полвека, друзья мои! Эта песня по-русски называется «Тебе нельзя так поступать», потому что я тебе это не разрешаю. По-английски звучит так: «You can't do that!» Of any more misery.
ask me why, I say I love you, and I'm only thinking of you. I love you, cause you tell me things I want to know. And it's true, as it's really only goes to show.